Всем привет, привет большой. Саша Сапелкин приехал перед отпуском. Говорит, Иваныч, все, надоело, уезжаю на теплые моря, на теплый песок, а вы тут оставайтесь и пойдите. 10 июля 24 года, 12 часов дня, 11 минут. Илья, привет тебе огромный. Мы добрались до оранжевого 140. Ярослав, привет. Будем пока за края. Вот он, 140. Сейчас покажем, что это 140. Ребят, необычный твистер, огромный. 5200 весит. 77 сантиметров длиной. Начнем мы с большой петли синий. За края. Точнее, начнем Саша. Говорит, давай, Иваныч, посмотрим, докуда доберемся. Докуда вообще сможем добраться. Ребят, на подъеме, на старте, легкий, дожим тяжелый. Поехали. Вот так вот. Приостановим видео. Встречаемся на зеленый, 45 миллиметров. Еще раз привет, Илья. Олегович. Привет огромный. Спасибо за предоставленные твистера. Раменскому привет. 140-й оранжевый. Саша добрался, говорит, перед отпуском, Иваныч, а то кто тебя еще наградит закрытиями таких твистеров? Но Анатолий сейчас только приедет. А больше никто и не закроет. Зеленая петля, 45. Синий закрыли. Закрываем пока за края. Ярослав, привет. Да. Сейчас. Прокрутился, да? Вот, прокручивается, выбивает, ребят. Выбивает. Зеленой петлей 45 миллиметров. С двумя пройдено. Просто прокрутился. Встречаемся на фиолетовый. Стальной хват России. Вот мы и добрались до 32 миллиметра. Фиолетовая петля с оранжевым 140. Ребят, поверьте мне, вот я закрыл синий 64 миллиметра, а 32 это половина. Ровно половина петля, разрезанная пополам. 64 уже практически все, это предел. Зеленая, это 45, почти на 2 сантиметра меньше, а тут 32 вообще на 50% меньше. Олег, говорю, Илья Олегович, вот видишь, уже все имена путать стал. С такой жарой. Да, с такой жарой будешь все путать. Саша говорит, ну что, Иваныч, поправь обязательно. Давай, Ярослав ждет, давай показывай, что можем. За края, ребят, здесь надо сосредоточиться. Стабилизаторы надо держать. Есть. Вот так вот. Ну что скажешь по поводу петлей 64-32? Ну, я не думал, что и петля дает нагрузку. Я в интернете просто кому-то ответил, кто следит, сейчас увидит этот ответ, что петля облегчает поднятие. Но, оказывается, петля просто дает слом, но увеличивает все равно силу нагрузки. Да, тут получается, пружина-то в любом случае имеет нагрузку, а еще и петля имеет. Да, она проломит, но ты тащи две вещи, пружину и петлю. Встречаемся на красной 22. Ярослав закрыл кисти полностью, мы пока идем по краю. Ребят, все, до встречи. Ну, я, в общем-то, четвертое закрытие с резинкой красной 22 мм, уже оранжевый 140, это уже очень топовое закрытие. Это вам Ярослав про это расскажет. Да, Ярослав закрывал кисти полностью. Мы пока это делаем с оступом за края, но с оступом кисти полностью, ребят, 140-й красной петлей не закрыть. Поверьте мне, купите, попробуйте или приедьте. Илья с Раменского нам дал тренироваться, пробовать свои силы и возможности. Я скажу, что это. Я с синей петлей 64 миллиметра. Это, то есть, получается, 22 в 3 раза больше. Еле закрыл. У меня есть видео, там на канале оно есть. Саша прошел сейчас 3 петли, 64, 45, 32 и 22. Давайте смотреть. Есть. Вот так вот, ребят, четвертая резинка, 22 миллиметра. Всем здоровья. Саша желает всем здоровья. Встречаемся, ну, ребят, на оранжевой. Встречаемся здесь. Здесь же. Все, до встречи. Попытка какая получается? Синяя петля первая, зеленая вторая, фиолетовая третья, красная четвертая, а это пятая. 140-й. Илья, смотрим. Ярослав, смотрим.
140-й оранжевый, весом 5200. От конца ручки до конца ручки 77 сантиметров, 770 миллиметров. С оранжевой петлей, с оступом. Саша, давай. Поехали. Давай, 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 давай. Держи, держи, держи. Коснулся. Надо посмотреть. Ребята. Не, через дорогу. Ребята. Я почуял, пальцем коснулся. Сейчас будем посмотреть. Но Ярослав-то это понимает лучше всех, что это такое. Ребята, я думаю, это многие уже понимают, даже вот так. Да, шнурок-то штаны. Все, ребята, будем расставлять, до встречи. Ну и попытка 140-й оранжевый с двумя труселями. Конечно, попытка тяжелая, но ее надо сделать. После пяти закрытых, закрытого твистера с резинками, пять было у нас синее, зеленое, оранжевое, фиолетовое, красное, оранжевое, это 5. И вот это, ну, поправлять, смотри. Это попытка, скажем так, бонусом. Ярославу интересно посмотреть. Вообще, это реально. Тут за края, не за края, там, как угодно. Потому что Ярослав-то понимает, что надо все это практически руками делать. Ребят, это тяжко. Тяжело. На этом все. Все, хватит. Всем пожелаем здоровья. Удачи. Отпускнику пусть отдыхает. Ух ты, защемил резинки. И уже. Будем встречаться уже позже. Все, всем пока, здоровья.